В режиме онлайн-конференции прошли публичные слушания об исполнении бюджета городского округа Люберцы за 2019 год. Доклад начальника финансового управления администрации выслушала и наша съемочная группа. Исполнение основных показателей бюджета за 2019 год составило по доходам 10 миллиардов 699,5 миллиона рублей или 101,5% к утвержденному плану доходов и по расходам 10 миллиардов 559,2 миллиона рублей или 97,5% к утвержденному плану по расходам. В результате за 2019 год профицит бюджета Люберец составил более 140 миллионов рублей. Основной источник дохода по-прежнему налоги. Они пополнили казну округа на 4 миллиарда 936 миллионов рублей. Расходная часть бюджета пришлась на осуществление 24 муниципальных программ. Больше всего средств 5 миллиардов 687 миллионов направили на образование. Продолжение строительства трех объектов образования, средства направлены в сумме 184 миллиона рублей. Проведение ремонтов в учреждениях образования 156,7. Приобретение учебников и материальных запасов 96,5 миллиона рублей. Также в список самых расходных программ вошли формирование комфортной городской среды, муниципальное управление и культура. Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета городского округа Люберцы за 2019 год признали состоявшимися. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.